В далеком 2015 году вышла вот такая вот монетка на Московском монетном дворе. Подгадали выпуск монетки к одному из юбилеев, который происходил с городом Грозный, так скажем. Вот эта прелесть с гербом этого города. Ну, лично для меня, чем хорош город, тем, что во время войны его не захватывали немцы, не смогли, отстояли, боролись, проливали кровь, но тем не менее отстояли, это здорово. Во-вторых, мне нравится город Грозный тем, что в нем есть улица Пушкина и улица Ленина. Вот в угоду времени не переименовали. Есть такие улицы, и это хорошо. Так, это вот мое. А вообще, можно долго много чего говорить про Грозный. Отличный город, красивый. Но я просто какие-то интересные факты о городе Грозном приведу, и этого, пожалуй, будет достаточно. Вообще, город Грозный – это столица Чечни. Годом основания Грозного можно считать 1818 год, когда генералом Алексеем Ермоловым была основана крепость Грозная. Такое наименование крепость получила, потому что в то время окружающая ее местность являлась самой горячей и напряженной точкой на Северном Кавказе. В крепости Грозной служил Лермонтов, сюда приезжал Лев Толстой. Впоследствии вокруг крепости вырос город. После того, как крепость утратила военное значение, она была преобразована в город. Ее датой образования считается 30 декабря 1869 года. Город также получил название Грозный. В конце 19 века город стал крупным промышленным центром Кавказа благодаря обнаруженным месторождениям нефти. В 1936 он стал столицей Чечено-Ингушской ССР. В 1991 после разделения Чечни и Ингушетии Грозный стал столицей Чечни. В 1994 началась Первая Чеченская война. В ходе штурма Грозного, продлившегося до марта 1995, центральная часть города была, много чего было уничтожено. И очень большие, много частей пострадало. Бомбардировки повторились в 1999 во время Второй Чеченской войны. Пережив две гражданские войны, почти полностью разрушенные в результате боевых действий, с начала века Грозный активно восстанавливался. Здесь появились современные жилые кварталы, мечети, музеи, торговые центры, спортивные сооружения. Многие из них по размерам претендуют на европейские и российские рекорды. Знаменитый проспект Владимира Владимировича Путина, главная магистраль города, его длина 1,3 километра. Открытие проспекта было приурочено к 420-летнему установлению добрососедских отношений России и Чечни и состоялось 5 октября 2008 года. Хотя сам Путин заявил, что он предпочел бы, чтобы подобного больше не случалось с его именем, чтобы что-то там такое строили. Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова, заложенная в 2006 году в центре Грозного и открытие для посещения уже через 2 года, стала одной из крупнейших в мире. Полезная площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, общая площадь исламского центра 14 гектар. А одновременно в Грозненской мечети могут молиться 10 тысяч человек, еще столько же вмещает площадь перед зданием и летняя галерея. В центре здания массивный купол высотой 32 метра, вокруг 4 минарета, высотой 63 метра. Минареты мечети являются высочайшими в России. Высота купола на 3 метра уступает мечетям Казани и Санкт-Петербурга. По вместимости превосходит мечети Махачкалы, облицовка стен, мрамор и травертин. Расписывали мечеть мастера из Турции для написания узоров и аятов, текстов из Корана. Мастера использовали напыление из золота высшей пробы. Для узорной росписи использовали синтетические и натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет. И в мечети установлены 36 люстр. Люстры имеют чеченский орнамент, который специально подбирался дизайнерами. На создание коллекции ушло несколько тонн бронзы, 2,5
килограмма золота высшей пробы и более 1 миллиона деталей. Ну что ж, чего-то добавлять не буду. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.